Уже несколько месяцев в личной жизни Николая полный штиль, а тот вечер и вовсе стал последней каплей. На работе проблемы, квартирная хозяйка попросила съехать, страницу в социальной сети взломали. Парню хотелось понимания и нежности, хотя бы на время. Подружку на час молодой человек стал искать с помощью специального мобильного приложения. И вот удача, на его призыв откликнулись сразу две утешительницы. Юные блондинки, готовые на все и по разумной цене. Девушки согласились приехать к Николаю домой. Он, как настоящий джентльмен, встретил их у метро. По дороге зашли в магазин за выпивкой и закуской. Вот они втроем стоят в очереди. Николай и не догадывается, что ровно через минуту их пути разойдутся. До его квартиры в тот вечер ни он, ни его новые подружки так и не дойдут. В какой-то момент одна из девушек достала баллончик с газом, брызнула мне в лицо. Собственно, дальше у меня забрали деньги. Действительно, был какой-то ожог глаз, я ничего не мог видеть. Произошло это буквально за углом магазина. Пока Николай пытался совладать с болью, девушки обчищали его карманы. Злоумышленницы похитили у потерпевшего денежные средства и скрылись. Потерпевший обратился за медицинской помощью в одну из столичных клиник, где у него диагностировали химический ожог роговицы глаза. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Восточного округа Москвы задержали подозреваемых. Вот они, юные провинциалки, придумавшие свой, как им казалось, очень оригинальный способ заработка в столице. Одна из них, честно признается, успели обвести вокруг пальца как минимум 5 человек. Под предлогом проституции брали деньги у мужчин. Мы сказали, что деньги мы берем сразу. Вот. И послал на электронный ящик. Он передал деньги 15 тысяч рублей, затем моя подруга пришла у него и хотела помочь. Ее же подруга виновной себя не считает. Говорит, в Москву из родного поселка она приехала за новыми впечатлениями. Что делаете в Москве? Отдыхаю, гуляю. Новые впечатления теперь девушкам обеспечены. Следствие, очные ставки с потерпевшими, арест, суд. Не исключено, что в перспективе и реальный срок. За разбойное нападение обеим грозит до 8 лет лишения свободы. Кирилл Антонов, Евгений Ильин, Петровка, 38.